В Славянском районе пройдет всероссийская ярмарка вакансий. К участию в ней приглашаются работодатели, безработные и старшеклассники, которые смогут познакомиться со средними и высшими учебными учреждениями региона. Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартует 23 июня. На ярмарке наряду с вакансиями будут представлены все возможности современной службы занятости. Соискатели смогут узнать, как повысить профессиональные компетенции или пройти переобучение, получить господдержку при трудоустройстве или переезде в другой регион, открыть свое дело, пройти профориентацию, познакомиться с представителями учебных заведений края, найти рабочие места для стажировки. Также партнеры службы занятости расскажут о нормах трудового, пенсионного, налогового законодательства, а представители военкомата об условиях службы по контракту. В Славянском районе ярмарка трудоустройства пройдет в детско-юношеской спортивной школе «Белая ладья» 23 июня по адресу город Славянск на Кубани, улица Набережная, 14. Начало мероприятия в 10 часов утра. Телефон для справок 400-47.